Всем привет! Мы с ребенком собрались на рыбалку. Взяли телефон, ключи, футболку, чтобы не обжечься. Червячков сын накопал. Дальше удочка у него. Садок у нас здоровый. И моя удочка. Вот она стоит. Так что мы пошли на рыбалочку. Маленьких каких-нибудь рыбок поймаем. Будем кормить вот эту собаку. Эту собаку зовут Юра. Рыбу ест он пуще мяса. Прям как котопес какой-то. Ладно, все. Рыба не ждет, уже зовет, там прыгает, из речки выпрыгивает. Мы пошли пока. Мы приближаемся к речке. Посмотрите, какая у нас ушаечка. Вот здесь мы и попробуем ловить рыбу. Маленькую, просто накормить. Да, удовольствие. Ой, чуть не упал. Так что все, вперед, пошли. Итак, клев идет, всякая мелочь ловится. Но сейчас Арсений поймал корягу. Уже, правда, она отпустила. А вон, похоже, клюет потихоньку. Сейчас смотрим. Опа, другая коряга. Здорово. Вот так и ловим. Течение большое, вода прохладная. Не знаю, искупаться, не искупаться. Хотите, чтобы я искупался? Думаете, стоит? Эх, не знаю. Ладно, ловим дальше. Итак, Арсений поймал рыбку первую. Это вот пескарик. Живой, прям как это. Белуга. Маленькая-маленькая. На самом деле это пескарик. Юрики. Они все такие. Юрику сейчас наловим чуть-чуть таких. И все. И все будут довольны. Итак, понеслась дальше. Первый есть. В общем, поймали, рыбалка закончилась, поймали всего лишь две рыбешечки. Вот они, причем, маленькие. Причем только я. Причем только Арсений ловил. У меня что-то не клевало. Знает, наверное, что я заядлый рыбак, и лучше даже не пытаться. Все, пойдем кормить Юрика. Вот такая рыбалочка небольшая. Пока.